Так а какая разница, кто я по знаку зодиака? Если я раком стану, то совместимость будет 100%. Вот так. Вот это чаечка умничка. Не нужно заморачиваться на ту всю хренотень. Там это астрология, звезды, вот это вселенная, да. Ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, верите ли вы в эту всю чушь, да? Вот я не один раз от женщин, ну, преимущественно это идет от женщин, не один раз я такую херню слышал, ну, когда вот на стадии знакомства, там, ВКонтакте, где-нибудь там мы переписываемся на каком-нибудь сайте знакомств, да? А кто ты по знаку зодиака? А по восточному кто, да? Вот уточнение такое, надо, это ж надо все сопоставить. И полезло. И самое интересное примечательно, что когда я ответил, там, допустим, водолей, я водолей по знаку зодиака и змея по восточному. И вот минуты 3-5 у нее молчание. Она ищет в интернете, видать, там сопоставляет со своими, типа, и потом она думает, а стоит ли продолжать общение? Боже мой! Я уже, в принципе, сразу понимаю, с кем я общаюсь, ребята. Ну, вот эту вот всю чушь, это верить, это всю херня. Вот она сказала чистую правду. Правду, когда она станет раком, и будет вот 100%-овая будет совместимость.